Thank you.
Как роскошен летний день в Малороссии. Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное. И голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшись над землей, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих. На нем не облако, поле не речи. Все как будто умерло. Вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю. Да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается из степени. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят под облачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов ветви черешин, слив, яблонь, груш, небо, его чистое зеркало, река в зеленых, гордо поднятых рамах, как полно сладострастия и неги малороссийское лето. Такой роскошью блистал один из дней жаркого августа 30 будет назад тому, когда дорога верст за 10 до местечка Сорочинец кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. Вам, верно, случалось слышать где-нибудь валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула. И хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами. Не правда ли, не те ли самые чувства охватили бы вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам? Кричит, гогочет, гремит, шум, брань, мычание, бление, рев. Все сливается в один нестройный говор. С утра еще тянулись нескончаемую вереницу чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою. Местами только какая-нибудь ярко расписанная миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного навозу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши. Много прохожих с завистью поглядывало на высокого гончара,
владельца сих драгоценностей, который медленными шагами шел за своим товаром. Заботливо окутывая глиняных своих щеголей котеток ненавистных для них сеном. Одиноко в стороне на истомленных валах тащился воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разную домашнюю поклажу, за которым брел в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шаровар. Его хозяин! Как
Как зовут тебя, голубка? Шарасич. А тебя, Паша? Грицко. Бать, обернись! Я смотрю, ты у нас мастер обниматься. Это не бойся, так я сам на четвертый день после свадьбы научился, и то спасибо. А, ты, Вера, человек добрый, не знаешь меня, а я тебя сразу же узнал. Ну, может, ты узнал? Ну, если хочешь, всякую всячину расскажу. Тебя зовут Слопи Черевик. Так, Слопи Черевик. Ну, а выглядишь-ка хорошенько, не знаешь ли меня? Не признаю. Я столь хорош на своем веку повидал, что и как различить-то? Жаль, не узнаешь Долгопупенького сына. Долгопупенького сына? Не-не-не-не-не. Я тебе не дурак. Ты не Ахримов сын. А кто же еще? Разве что лысый дядька, если не он. Ладно, бать. Мы с твоей дочкой полюбили друг друга, так чтобы и мне песни прожили. Понимаешь? Ага. Парас, сама ты хочешь такого мужа? Батю, хочу, конечно. Ну что, тогда ну посидись вместе, что еще могу сказать? А ты давай на горючку тогда. Раз такой вот смелый жёлтый. Ты с нами? Ты с нами идёшь, конечно же, господи. Украшение! Матери ни слова, что это. Папа, вот, все, прекрасно. Стой. Пахнет? Не пахнет. Чивая, моя хорошая, здравствуй, моя дорогая. Так у тебя искусственное представляешь. Красивая, сама у меня, да? Ты заранее не злись. Я жениха нашел нашей дочери. На самом деле, хорошее время ты выбрал женихов искать. Да где ты видел, старый дурак, чтобы добрый человек женихов искал? Нам бы пшеницу с рук сбыть, а ты женихов ищешь. Ну, слушай, жених хоть куда. Вон, его аджасин, это намного дороже, чем там твои зеленые кофты, прекрасные сапоги. А ты бы еще думал, он всего куда будет. Нет, слушай, он одну бутылку выпил и не помочился ни шагу. Ну да, тебе что пьяница да негодяй, так все ровня. Бьюсь об заклад, если это тот сорванец, который за нами на мосту ввязался. Ему еще повезло, что я его не видела. Хоть бы и тот самый сорванец. Чем он сорванец? А чем он не сорванец? Чем он не сорванец? Где были твои глаза дурацкие, когда твои жинки нанесли бесчестие? Куда ты смотрел? Я на дорогу смотрел. Что ты мне видишь? Да хрень. Что ты? Вставать в это, дыхни. Так вот, что ты мне слово молвить не даешь. Да. А что это такое последний раз был? Да. Когда ты напился, ничего не прыгал! Тихо. Вынес глаз моих долой! Господи, а... Господь, пожалей меня грешным. И то есть, просто так отказать доброму человеку ни за что и ни про что? Не, Господь, ты много дряни создал, много всякой грязи наплодил. Нахуй шо джинок-то было создавал? Стопайте!
обманывать. Неужто ты из-за той девушки так нос повесил? Не знаешь, я свое дело знаю. Раз сказал, значит сделал. А вот у хрустящего века вообще совесть нет. Точку свою не отдаю. А что если дочку мы у этого черевика украдем? 15 не сложишь. За 15? Ну помни. Тогда зада такое. А если ты сложишь? Я тебе говорю, зада такое. По рукам? По рукам. Прошелся слух по ярмарке, что появилась красная свитка. Тонорука, которая продавала угольки, увидела сатану! Вопросите шлеми! Ей показалось, что он склонился над базами и что-то там искал. Ну, тогда поняли, что старуха-то не из нормальных. Только не верить ей! Не верить ей стало грехом. И все это подтвердилось словами волосного писаря, увидевшего в слуховом окне свиное рыло. Все люди стали прятаться по домам. По домам никто не ходил. Все жались друг другу. Одним из последних оказался черевик с дочкой и кумой. Но только с хатом зашел не с первого раза, а с третьего. Потому что мы больше не понадобились. Да и зашли раньше самого хозяина. Thank you.
Корчма там ночує.
Не пришла, что ли? А может, и я был. А может, и рано. Ну, подожду. Значит, к нему, зову его, подходит, все слышит, начинаю говорить про свадьбу. Глухой. Как всегда. Как всегда. Говорит, гуляю, ничего не делаю. Ну, я тебе слово даю. Казацкая. Уговорил. Ну, раз казацкая. Казацкая. Вот, точно уговоришь. По себе, между прочим, знаю. По себе знаешь? По себе знаю. Ну, отлично. Вот порой хочу ослушаться тебя. А слово скажешь, и делаю все, как ты хочешь. Прям все. Прям все. Знаешь, вот пока тебя не было, пока меня не было, что? Ну, я долго думала. Чего ж ты придумала? Я просто боюсь, что не видится нам теперь с тобой так часто. И почему же? Ну, люди у вас здесь нехорошие. Люди нехорошие. Ну, девушки глядят за здесь. Девушки. Парки. Парки. Да и мать она стала суровее присматривать. И признаться честно, у чужих мне веселее было. То есть. Ты 2 месяца у нас и уже соскучилась? Может, ты и меня разлюбила? Что? Может быть, ты и меня разлюбила? Не поняла. Ну, хватит. Что за глупости ты говоришь? Как есть. Как есть? Как есть. Я не могу тебя разлюбить. Вот, между прочим, мы с тобой встретились, а ты меня мало целуешь. Мало целую? Угу. Разлюбил, наверное? Нет. Тебя я не разлюбил. Да что? А целую мало. Потому что... А ты ко мне не похож. Я к тебе не подхожу. Почему я должна целовать? Ну, чтобы я тебя поцеловала.
сам ты не подойдешь. Подойду. Подошел? Ну вот, черт, я пошла. Ну потому что я тебе уговорила меня поцеловать. А ты должен сам подойти. Подойду. Подойди. Подойду. Небо сегодня красиво. Красиво. Звезд много. Много. А вот знаешь, я слышала, что где-то далеко есть очень высокое дерево. Вот оно настолько высокое, что верхушка до самого неба достает, представляешь? И вот по нему Бог спускается на землю накануне светлого праздника. Интересно. Про дерево, правда, я ничего не слышал, а вот про лестницу, да. Ну, Бог спускается на первую ступень, и вся нечисть будто испаряется. Прям вся. Прям вся. И накануне светлого праздника нет ни одной нечисти на земле. Ни одной. Ну, на то он светлый праздник. На то он светлый праздник. Видишь дом? Вижу. Вон тот, который на самом высоком холме. Да вижу, вижу. Что ты так отвечаешь? Я его увидел. Что ты повторяешься, а? Повторяться нельзя? Можно. Ну ладно. Я вот как сейчас помню. Вот когда еще маленькая была, у матери еще жила. Ну вот что-то страшное мне про этот дом рассказывают. Слушай, дом как дом, ничего особенного. Ты же знаешь. Расскажи. Если я расскажу, ты спать не будешь. Почему это? Страшная история. А ты не страшно расскажи. Ну это как получится. Нет. Что? Расскажи. Не страшно. Я так не могу. Не можешь? Нет. Ну расскажи страшно, только так, чтобы я не испугалась. А это как? Ну сам придумай. Это задачка ты мне дала. Давай рассказывай. Видно, правда говорят люди, что у девушек сидит черт посерпящий любопытство. Я пошутил. Не умеешь. Как получилось? Рассказывай. Давно в этом доме жил сотник. Сотника была дочь. Ясная паночка. Сотникова жена давно умерла, и сотник сын уже. Thank you.
пить молодой женуха выгом своим. Хороша, влажная, румяная, веселая. Да вот только так страшно она посмотрела на свою мальчицу, что даже вздрогнула ее увидевши. И хоть бы слово сказала, не знаю, мальчика. Вступила ночь. И Соки с молодой женой отправиться сидела в печлайне. Закрывайся, белая баночка, себя стремится. Грустно сделал сей. И тут видит, какая-то черная, страшная кошка с железными когтями крадется к ней. Thank you.
А ведьма? Ведьма? А что ведьма? Старухи рассказывают, что с тех пор топленицы собираются в панском саду погреться на месяц. А вместе с ними и сотникова дочь, которая сделалась одним главным. Тут однажды такой ночью видит она свою мачку. Баба рассказывает, что с тех самых пор сотникова дочь собирает каждую лунную ночь утопленниц в панском саду и заглядывает каждый в лицо, пытаясь узнать в них свою мачеху. Иногда она просит об этом людей, но так у нее ничего не получается. Ты так спрашиваешь, как будто хотел меня напугать. А я на тебя посмотрел. Сразу увидел, что ты испугалась. Я еще не страшно сказал. Что? Я смотрю, ты прям рад, что не пугал. Мне интересно было узнать, испугаешься ты или нет. Кто тут не испугается? Не знаю. Поэтому я и посмотрел. А ты в это веришь? Я? Не знаю. Видел? Что? Видел? А, нет. Ни утопленницу не видел? Ни утопленницу я не видел. Ни ведьму. Ни ясную панчу. А, хотел сказать. Ну, в этой истории что-то есть необычное. Садил на тележку. Садил. Место надо получше искать. Хорошо. В следующий раз ты назначаешь место. Почему это я? Раз тебе не понравилось место, будешь назначать ты. Негоже девушкам свидание назначать. Я тебе не прошу назначать свидание. Я прошу тебя назначить место. Как бы я не хотел это говорить, пора мне. Не уходи. Я сам хочу остаться. Так что же тебя остановило? Бегай? Отец. Ладно. Тогда иди. И помни про казацкое слово. Будет у нас свадьба. Я же дал слово.
прощай, моя Берта. Прощай, Ганна. Прощай, Ганна. Прощай, Ганна. Кто бы из парубков не захотел быть головою? И не зря! Ему был открыт вход в любые из ставленок. А дюжий мужик всегда стоял перед ним, снявший свою шапку. Да он, тянул свои толстые грубые пальцы и большую табакерку. Но любой мирной сходке или громаде, имея в своем распоряжении лишь несколько голосов, он мог отправить кого угодно на какие-либо общественные работы. Копать трубы, ровнять дороги. И, кстати, у него была одна очень любимая тема. Это как с царицы он ездил в Крым. В блаженной памяти Екатерины выбрали его на 2 дня провожатым. Впрочем, теперь он говорит об этом постоянно. Любой разговор сводится именно к этой теме. Ты забыла сказать, что он любил притворяться глухим. Особенно, когда слышал того, чего не хотел слышать. А вообще, Гала был угрюм и молчалив. Эта тема была единственным, что могло его разговаривать. Голова еще была вдов, но у него была своячница, которая, между прочим, варила ему обедать, ужинать, чистила хату, убирала по дому и вообще заправляла всем хозяйством. Но родственницей она ему никогда не являлась. Это не факт, ведь мы знаем, что у головы было очень много недоброжелателей, которые очень любили распускать про него слухи. А еще своячница не любила, когда голова ходил в поле, усеянное жницами. Или к казаку в гости, у которого дома могла быть, например, молоденькая дочка. В общем, она ревновала. Да. Это все, что нужно знать о голове. Прощай, Ганна. Прощай, Ганна. Прощай, Ганна. Прощай, Ганна. Это голова! Это голова! Это голова! Что с ума сошёл? Где этот старый чёрт? Мужики! Идите сюда! О, а я говорил... Я говорил, что он вернётся. Я говорил, спать пора, нет! Блять! Блять! А что
делать-то будем? Чего делать? Голову бесить будем. Твоего отца зачем? Моего отца. Я голову. А что это мы будем? Голову-то. Он с нами как с холопьями обращается. Как с холопьями. Да. Пошли. А по нашим бабам ходят? Ходят, еще как. Кто мы, Воля Казаки или кто? Воля Казаки. Пошли. Ну пошли туда. А что делать-то что? Переоденемся, дальше посмотрим. Хлопа на степи крик, старком беса, что за дурень? Прихотлив и покатлив, жмется к девкам, дурень, дурень. Славная песня. Славная. Скверно только то, что там нашего главу неблагопристойными словами обзывают. Хлопа на степи крик, старком беса, что за дурень? Прихотлив и похотлив, жмется к девкам, дурень, дурень. Снова и снова! Нет, они не уйдут от меня! Пойдем! Эй, отдай! Держи! Держи сюда! Эй, я вас! Да дай мне стрелять вообще! Не хватайте! Давайте просто попросим ее перекреститься. Перекрестись!
Точно, какая нечистая сила тебя туда затащила? Я когда выбежала, два хлопца дуралей меня схватили в охапку, отняли у меня овчинный клуб и заколотили в те преддверии. Я стучалась им, стучалась, увидела эту дверь, а это оказалась дверь вашей казенной х**. Просто они схватили меня, заколотили. Я им кричала, чтобы они меня выпустили, они меня не выпускают. Добрый ты, кривой сатана. Я знаю твой умысел. Ты бы хотел, ты бы рад бы был сжечь меня, чтобы свободнее было волочиться за дичью. Чтобы некому было видеть, как дурачится старый дед. Мне трудно пролезть. И не дверь бестолковой башке. Да я сама приглашаю тебя не жить. Я долго терплю, но после не прогневаюсь. Нет, ну тут на шутку вмешался сатана. А знаете, по моему приказу, я хочу, чтобы вы изловили всех разбойников и привели ко мне на расправу. Помилуй, пан глава. Да, пан глава, мы родились, крестились, да сроду таких противных рож не видели. Так и до греха недалеко, пан глава. Перепугают доброго человека. Вы что, не хотите меня слушать? Я все донесу комиссару! Бегите! Хоть и летите птицу! Быстро! Давай, давай, не сопи! Да ну там помните, нет, блин! Oh,
вам мешает? Больше он вам не помешает. Чудно. Чудно. Если бы я бы еще умел читать. Посмел. Ты сукин сын. Вязать его! Постой, 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 постой! Вася, постой! Время тебе записку передать. Не до записок теперь! Постой, постой! Комиссара в руках. Комиссара? Комиссара? Приказ в голове, Евтуху Макогорин. Дошло до нас, что ты, старый дурак, вместо того, чтобы собрать прежние доинки и вести на себе порядок, одурел и строишь... Ты мозг. Ничего не слышу, говори громче. Приказ в голове, Евтуху Макогорин. Дошло до нас, что ты, старый... Подожди, подожди. Лучше сейчас не считать. Продолжай. Поэтому приказываю женить твоего сына Левка Макогоненко на казачке из вашего же села Гане Петриченковой. А также починить мосты по столбовой дороге и не давать отбывательских лошадей без моего ведома. И если по приезде моем данное указание не вступит в силу, то отвечать будешь ты один. Отставной поручик Козьма Деркач-Решпановский. Шу! Я буду перед ним отвечать. Я буду перед ним отвечать. Ничего не понимаю. Откуда ты это взял? Прогуливался я, значит, между нашими селами. Едет мимо комиссара. Видит меня. Выходит из брички и спрашивает меня, из какого я
села. Я говорю, мол, так и так. Он говорит, вот эту вот записочку передай лично в руки вашему главе. И сказал, что на обратном пути заедет пообедать. Ты пьян, что ли? Нет. Сам комиссар приедет ко мне на обед. Пан глава, это большая честь для вас. Еще получается, что глава главичит, а? Вась, когда свадьба? Шо? Еще свадьба? Свадьба. Ладно, сделаем все для тебя, для именитого гостя. Посмотрит на меня, какой я молодец. Это молодец. Так что мы пойдем поспать, но я вам расскажу очень интересную историю. Опять про Крым? Конечно. Опять он будет рассказывать, как он вез царицу. Спасибо тебе, моя ясная паночка. Это чудо я никому не расскажу. Расскажу это только моей Гале. Ведь она меня поймет. Живи спокойно на небесах, моя Снепаночка. Спасибо. Расскажи ему про... Стоп,
Ты? Сто пятьдесят! Сто, не перебивай! Сто! Сто лет, точно сто. Это ж мой дед как раз рассказывал, что село наше и не узнать было. Хутор самый бедный хутор! Избенок там было 10. Не обманывай, не обманывай! Так это же такой богатый жили! Это же так богатый жили! Для бедных был я, вот те и хата. Только по дыму можно было узнать, что там живет человек божий. А жил тот? Значит, потому что закопал почти. Крымцы, ляхи, лиды свои могли. Да всего, впрочем, было. Так что смысла иметь нормальную хату не было. Ну так вот, у тетки моего деда тогда был шинок. На Опашнянской дороге. Нынешний. Тогда она по-другому называлась. Вот, в общем-то, и она рассказывала, что часто там бывал один человек. Дьявол! Человек! И Басаврюк его звали. И этот Басаврюк любил заходить в этот шинок, да, одаривать девушек, испаивать пару. Красные лезвия, песни, манистов, все на дом. Да вот оказаться нельзя. Он на тебя вот так вот смотрит, брови свои нахмурит. Что здесь? А вот если примет, то к тебе на следующую ночь придет его друг. Так избавиться от него тоже нельзя. В воду кидаешь, а оно в руки обратно возвращается. Так если придет к тебе друг, то начнет закосы дергать. Да оторвет, если ее в лето плетена. На пальце, если песен, откусит. Душит за шею, если на шее маниста. Да. Там еще церковь была. Святого Василия. И отец там был. Афанасий. И задумался пожурить его. Что? Ни разу Басаврюк не пришел на... Ну и решил он его пожурить, а так пожурил, что... И ноги унес. Oh,
там такая история случилась. Да, влюбились они друг в друга. И влюбились по уши. Ура! Песен там. Будут петь дьяки. И танцев не будут. Понесут меня. И темная. Темная будет моя хата из кленового дерева. А вместо трубы на крыше будет стоять крест. Беги скорее, Петруся.
Беги! Нужно выпить. Пей, с горла пей, не жалей. Пей, пей, пей. Гляди, что есть. А как блестит, а гремит как. Ты послушай. Рано, казак, рано! Дело у меня к тебе есть. Выполнишь, гора таких будет. Дело?
Давай его, на все готов. Тогда по рукам. Сегодня Ивана купала, ты подоспел как раз вовремя. Именно в эту ночь цветет папоротник. Встречаемся полночь у медвежьего оврага. Смотри, не просевай. Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им крепкий зерен. Как дожидался Петрусь вечером. Он то и дело, что смотрел, не становится тень от дерева длиннее. Не румянится ли красное солнышко. И что далее? Тем нетерпеливее. Эй, благота! Все, у нас день божий вдруг потерял свой конец. Ну вот, поле стариковнее. Сердцем только что не хотевшим выскочить из груди. Петрусь пробирался сквозь густой лес. Наконец вышел он к глубокому яру, называемый медвежьим оврагом. А там его уже поджидал босоволый. Они рука об руку шли через густро проросший терновник, то и дело спотыкаясь. Шли через болото и подошли к трем пригоркам. И говорит ему босоволый: видишь, тут цветов много разных будет. Но упаси тебя нездешняя сила сорвать хоть один. Тебе нужен только папоротник. Бери его и убегай. Чтобы тебе хоть за день не чудилось.
Петрусь, Петрусь, да не спеши ты. Сокровища так тебе не достать. Красавица должна явиться, красоты невиданной. Главное, делай все, что скажет, иначе худо будет. Ты понял меня? Я не знаю,
стали жить придоркой Петрусь, как пан с панью. Всего дома все блестит. Однако люди, смотря на житие их, качали головами. От черта не будет добра. Говорили все в один голос. От кого? Как не от искусителя Люда Православного. Пришло к нему богатство. Откуда у него столько золота? И отчего вдруг в тот самый день, когда разбогател Петрусь, Бастазавру пропал, как в воду? Говорите же, что люди выдумывают. А ведь правда, с того дня Петруся никто узнать не смог. Одичал, оброс волосами, стал страшен. Что с ним сделалось? Бог знает! Сиди. Смотрит в одну точку и хоть бы слово. Машет руками, губы его шевелятся, пытаясь словно произнести давно забытое слово. И сердится, и злится, что не может вспомнить. Как полоумный, грызет руки и рвет на себе волосы. Потом падает, будто в забытье. И снова бешенство, и снова мука. Жизнь не жизнь стала пидорке. Да после свыклась бедняжка со своим горем. Изныла, исчахла, выплакала свои ясные очи. Ни румянца, ни усмешки. Однако сжалился вид над ней кто-то и посоветовал идти к колдунье, живущей в медвежьем овраге. Говорят, лечила она всех болезней. Слово за слово уговорила она колдунью прийти к ней. А было это вечеру, как раз накануне купала. Забрали.
что это за птица. Переборолись в другое село. Да и там покоя у Саврюка не было. Время сейчас вот их. Я не отзываю. Так, все. Больше не увернешь комнату. Свитка красная. Да расскажи ты мне. Я сколько раз уже тебя просил. А все не запросился. Давай. Конечно, история не для рассказа на ночь. Но раз уж ты и добрые люди хотят узнать, что за история такая странная, расскажем. Раз, за какую вину, ей-богу, я уже не знаю, только выгнали как-то раз одного черта из пекла. Как мужик выгоняет собаку. Самое главное то, что выгнал, поговаривается, какое-то доброе дело, какое-то плату. Да. Ну и так грустно, черт устал по пекле. Как только жид сделал все свои жидовские дела,
так и подкинул к какому-то дурню, который вез масло продавать. А тут ты обрадовался. Но видит, масло никто не продает. Эх, это чертов подарок. Недобрые руки подкинули свитку. Я... Что вы? Что? Схватил топор, разрубил его на куски и раскидал. Но видит, один к другому лезет. Снова целая свитка. Перекрестившись, раскидал их еще дальше. И уехал. Остался ему только один левый рукав. Не повезло заседать лед. Господи! Свадьбу у нас в Парашке сделаете? Ты такую, ты
у нас ноги только пока болели весь год. Слушай, охренелся. Я все шоу выкрасил. Вот да хоть сейчас свадьбу сыграть. Папа, рассадим быстрее. Понабирали тут всяких. Все, давай. Спасибо тебе большое. Нет, беги, давай. Там тебя купщики кобылы кинь. Все, храни тебя Господь, давай. Ну что, выполнили твой уговор? Да твои, мама, твои. А что, если меня не выдадут замуж? А что, если не сбудется то, что говорила? Ой. А нет, а такого не будет. Мачеха делает все, что ей не вздумается. Почему и я не могу делать то, что мне вздумается? Упрямство и у меня достанет. Какой же он хороший. Как чудно. Горят его черные очи. Как любо говорит он. Карайся, голубка. Ты пристала к нему белая свитка. Еще бы пояс поярче. Не допускаешь. Выткну ему сама, как перейдем через новую хату. И тогда... Ух, не подумай без радости, как встречусь я в день с этим мальчиком. Ни за что я не поклонюсь. Хоть она себе треснет. Полно тебе, мачеха, бить свою падчерицу. Скорее песок делят на камне. И дуб преклонится к воде, чем я нагнусь перед тобой. Опускай. Померю мальчика и мамочка. Дорога, это нормально, это нормально.
давай сюда. Что ж, други мои золотые? Свадьба! Все танцевало.
но еще страннее. Еще не разгаданное чувство пробудилось бы при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушие могил, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные. Даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому. Они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету. Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабее, теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря. И скоро все стало пусто и глухо. Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная, гостья улетает от нас? И напрасно одинокий звук думает выразить веселье. В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню, и дико внемлет ему. Не так ли, резвые други бурной и вольной юности? Поодиночке, один за другим теряются и оставляют. Наконец, одного, старинного брата их, скучно оставленному, и тяжело, и грустно становится сердце. И нечем помочь ему.